Мы, братья Кононовичи, украинские антифашисты и коммунисты, обращаемся к Всемирной Федерации Демократической Молодежи, ко всем коммунистам, левым Европы и всего мира. Официально заявляем, режим Зеленского готовит наше убийство. Так, руками действующего полицейского власть предупредила нас об убийстве. Неоднократно он приходил к нам домой, угрожал убийством. Подчеркиваю, действующий работник полиции. И недавно выставил пост в Фейсбуке, где публично призывает к нашему убийству, распространяет наш адрес проживания. Напоминаю, мы находимся под домашним арестом, никуда не можем уйти, поэтому мы в ловушке, мы в капкане. И власть, режим отлично это знает. Они обращаются через Facebook к общественности. Давайте убьем Кононовича, и вам ничего за это не будет. Нас режим Зеленского выводит в плоскость вне закона. Это как Германия 30-х годов, где коммунисты и антифашисты были вне закона. Это публично бросают клич украинскому обществу. Убивайте их, вам ничего за это не будет. Товарищи, мы вас очень просим выходить к посольствам, консульствам в Европе и в мире. Выходить к официальным органам власти Евросоюза, к миссии ОБСЕ, ООН, другим общественным организациям всемирным. Товарищи, пожалуйста, просим вас о помощи. Не допустить, чтобы режим Зеленского нас убил. Никакой полицейский без власти этого бы не смог сделать. Режим Зеленского дал зеленый свет на наше убийство. Товарищи, если мы вместе не остановим это, нас рано или поздно убьют. Просим помощи, пикеты, монопикеты, распространение в Фейсбуке этой информации, вообще во всех соцсетях. Товарищи, нужно бить тревогу, или режим рано или поздно совершит эту публичную казнь. Только вместе победим.